Добрый день! Сегодня нахожусь в Ташкенте. Это столица солнечного Узбекистана. Артур, наш случайный партнер. Добро пожаловать! Уже, да, за небольшой период, в принципе, прогресс. Первое время, я так понимаю, чуть-чуть не пошло. Было сложно, очень. Но сейчас все нормально. Сейчас мы все нормально. Сейчас вместе с вами посмотрим офис. Сейчас мы находимся на крыше. Тут прекрасные виды великолепного Ташкента. Давайте посмотрим наш офис здесь. Пойдемте. Итак, мы находимся уже в зоне ресепшн. Татьяна, привет. Мы с тобой, так знаешь, заочно общались, я так понимаю, да? Слушай, рассказывай, как вообще здесь все? Ну, отлично. Молодая компания, достаточно успешная. Уже хорошие результаты у нас есть, стабильные. Душевный коллектив, профессионалы своего дела. Всех ждем. Так, что у вас тут плохого? Так, плохого ничего нет. Плохого, ну, честно говоря, ничего нет. А если есть какие-то недостатки, мы как бы... Все, молодец, молодец, все, хорошо. Так, ну ладно, пойдемте, сейчас мы, наверное, Артур нам покажет тогда, я думаю, сам, все. Здесь у нас клиентский зал, карта присутствия, компании «Этажи». Все. Здесь у нас представлены наши уникальные торговые предложения, то есть чем мы отличаемся на рынке от остальных. Далее, если мы пройдем, здесь у нас две комнаты переговоров. Здесь фразы «Этажей», да, доброта. Да, как везде. Доброта, правда, да, здоровье. Вот, если пройдем сюда, здесь у нас учебный класс. Здесь учебный класс такой. Мы его недавно организовали, да. Слушай, ну он достаточно стильный. Здесь раньше был кабинет АУПа. АУП у нас переехал на третий этаж. Сейчас здесь у нас учатся новички первой недели. Вот. И здесь мы также совещания какие-то проводим. Слушайте, круто. Так, пойдемте. Ну тут такая же переговорка, да, я так понимаю? Да, такая же переговорка. Так, пойдемте. Дальше у нас здесь риэлторский зал. Первый риэлторский зал. Первый. Ну слушайте, у вас тут все так уже плотно. Люди сидят, да, достаточно? Да. Всем добрый день, так, коллеги. Добрый день. Да, добрый день. Мы уже здоровались. Мы уже знаем, что мы снимаем. Да, да, да. Так, я хотел бы стопом. У вас, по-моему, Саид, да? Больше, да, у нас Саид один из самых стабильных сотрудников. Саид, пойдем, давайте, пару слов задам. Хорошее количество сделал. Привет. Так, рассказывай, как дела у тебя? Все отлично. Так, как давно в компании? Через 10 дней будет год. А, ну все. Самый первый, кто пришел. Так, твой рекорд сделок в месяц? Получается, пока 5. 5, ну, слушай, тогда еще два задатка было. А, ну так, это 7, да, почти? Ну, почти, да, не получилось, там форс-мажоры. Так, ладно, хорошо. Что необычного на рынке Ташкента, Узбекистана в целом? Так, если сравнивать, там все равно где-то, может быть, с соседними странами. А я там же не работал, не знаю. Нет, ну, только как-то нет информации. Но я знаю, тут ипотека дорогая. Ипотека дорогая. Сколько у вас? 17%. Это господдержка. Господдержка. А если вторичка? 24 где-то. 24, да. И берут все равно или нет? Ну, стараются находить возможность, да. Все, спасибо. Ага. Так, давайте еще спасибо, Саид. Все, да. Продолжай в том же духе. Да. Надеюсь, дальше больше результатов будет. Такой вопрос, если мы побьем за 40, сделаем воловку за месяц, какой будет промо? За 40? Чего? 40 чего? 40... Сделок? 40, нет, 40... 3 миллиона рублей 3 сегодня миллиона у вас рублей. Был пост. А, ну что, нет, а вот что я в гости ходил. Да, 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 вот Саид хочет побить этот рекорд. Подожди, а 40 это... 40 тысяч долларов это. А, 40 тысяч долларов, да? Да, да, да. То есть, так, ну это не 40 тысяч долларов, по-моему. 3 миллиона рублей? 3 миллиона. А? Примерно, ну сейчас курс поменялся просто, ну ладно. Да. То есть, ну слушай, если в месяц, ну скажу к тебе в гости. Все, давай, я приеду и скажу, давай, если сделаешь. Кто недавно работает? Так. Лена, я уже к тебе подходил. Так, рассказывай, как давно? Вторая неделя. Вторая неделя. Ну и что за две недели успела? Пока у нас обучение, практические занятия. Очень. Так, а это документы, да? Это... А ты изучаешь? Да. Активно. Что, как компания в целом? Очень нравится. Все нормально. До этого где работала? Не работала. А, не работала. Слушайте, нормальный подход. В чем сложность? Пока. Единственная сложность, хорошо. А какие-то уже показы были с клиентами? Осмотр. Ну, осмотр, да? Ну, то есть с продавцом, да, получается? Квартиру выставили? Да. Какую, где? Тоже на стройке Гринпарк. Слушай, цены высокие в Ташкенте? Ну, по-разному. Ну, вот, допустим, однокомнатная где-нибудь в центре сколько стоит? Вы в долларах, я так понимаю, здесь все у вас, да? Ну, да. Ну, сколько в долларах? Разные. Ну, примерно, давай, там, если вот квадратов бы 50, я там не знаю, вот я там живу в отеле, там, Хаят, по-моему, то есть, сколько там стоит, примерно? 30. 30 тысяч долларов, да? Ну, слушай, относительно недорого, кстати.
там почти 2 миллиона. Это сколько? Дешевые цены. 2 миллиона где-то рублей. Ну, если в рублях. 30 тысяч долларов. 30 тысяч долларов? Ну, это сколько квадратов? Ну, вот 40 где-то. 40? Ну, это так. Это, да, да, по, в центре подороже будет. Слушай, Лен, ну, давай тебе удачи. Потом посмотрим, как ты у нас адаптируешься. Хорошо. Все, давай, жму руку тебе. Все, молодец. Так, ну что, тут интересно все в целом, я считаю, более чем. Так, Артур, наверное, ваш кабинет посмотрим? Да, можно, можно. Там бросается в глаза Илон Маск. Илон Маск, да, да, да. И Бэтмен. И Бэтмен. Ну, Бэтмен, это, конечно, шикарно, слушайте. Вот это видите, как тут. Да, это подарок коллег на день рождения. Да, это просто фантастика. Ну, а тут? А тут моя предыстория, то есть я был нефтяником, потом я работал в правительстве. Да, и сейчас все, все. Да. Слушай, ну, Артур, на самом деле, за маленький период вы коллектив такой сложился. Быстро. Стараемся. Как, в чем успех там, если честно? Ну, честно, я очень сильно печусь какой-то атмосфере в коллективе. Знаю лично каждого, знакомлюсь лично с каждым, работаю с каждым, поэтому я думаю, что... Плюс мне удалось собрать такую, знаете, костяк команды очень хороший, который поддерживает все это. Поэтому корпоративная культура у нас и в целом атмосфера очень такая хорошая. Ну, я смотрю, дверь у вас всегда открыта, тут всегда вообще открыто. Стекло. Всегда, да, да, всегда открыто. Я всегда всем сотрудникам на welcome презентации говорю, что любой вопрос, любая проблема, заходите ко мне в кабинет, дверь всегда открыта. Слушайте, круто. Все. А с Илон Маск вообще идея? Илон Маск – это человек, который меня вдохновляет на самом деле. Да, поэтому я решил повесить его. Все, круто. Портрет тоже. Так, пойдемте еще у вас еще дальше, да, по-моему, еще третий этаж. Да, здесь у нас второй риэлторский зал, open space, без клиентской зоны. Получается, мы посадили первые две группы вот здесь. Здесь у нас переговорки для внутренних каких-то встреч. Там кабинет АУПа. Угу. Посмотрим, зайдем обязательно, да, в гости. Да, да, да. Вот, ну вот, как-то вот так. Ну, пойдемте с кем-то из лидеров у вас то на этаже. Давайте, вот у нас... Я уже знал, что это Наргиз, да? Да, есть у нас Наргиз, вот девушка. Так, Наргиз, привет еще раз. Так, слушай, я думаю, всем интересно, почему такое кресло? Это кресло я заслужила. Так, каким образом? Я стала риэлтором месяца, вот, продала несколько новостроек. И результат, да? Да, валовая выручка. Больше? Да, больше, да, больше всех. Все, хорошо. Так, рассказывайте, в чем сложности в работе есть? Тут я, насколько знаю, в Узбекистане риэлторство только такая развивающаяся профессия. Есть такое или нет? Ну, сложности нету, потому что, в принципе, у нас есть все инструменты, которые нам нужны. Конечно, наверное, было бы сложно намного, если бы мы работали сами как-то без определенных инструментов. У нас есть обучение очень хорошее. Каждый месяц мы повышение квалификации проходим. Плюс еще таких. Я немножко растерялась. Да не на ничего страшного, слушай, это нормально. Мы же без дубли записываем с первого раза. Понятно. Мы чуть пообщались на самом деле с Наргиз перед этим. Буквально минуту все, поэтому сейчас. Да, немного это. Слушай, давайте я тогда поспрашиваю. Все легко, потому что все есть. Да, все есть. Смотрите, как вообще взаимоотношения с другими агентствами? С другими агентствами? Ну, все хотят с нами работать, да? Конечно, да. А правда, что вы уже тут самые почти крупные? Да. В Ташкенте. У вас самое крупное сейчас, это вот за год буквально, да? За год, да. Артур, так, да? У нас единственное... Меньше, чем за год, самое крупное. Первое, да? Ну, в стране. В стране, да. Слушайте, ну серьезно. Наргиз, ну ладно, вам удачи в работе, давайте, надеюсь, что я через год, надеюсь, сюда приехать, что у вас все еще вы лучше будете. Тут уже не кресло будет спортивное, а трон настоящий. Все, спасибо вам большое. Так, пойдемте посмотрим дальше. Так, здесь у нас кабинет департамента развития бизнеса. Давайте, да, Вадимом подойдем. Да, здесь давайте хоть поздороваемся еще раз. С Вадимом? Да, партнер, да, получается, совместно с Артуром эффективно развивает, по новостройкам прям. По скажите в двух словах. По ипотеке. Ну, что хочется сказать. Во-первых, очень отрадно, наверное, что мы застали рынок недвижимости в самом начале, где-то во многом благодаря вашей компании, вашим начинаниям мы поняли всю перспективность рынка. И, конечно, вдвойне отрадно, что мы с моим партнером, с Артуром Евгеньевичем, приняли решение развивать рынок в рамках компании «Этажи». Что, планы грандиозные? Да, ну мы уже пообщались, да, да, слушайте, все осуществимо. Слушайте, за маленький период уже очень много сделано, очень много. А будет еще больше. Да. А тут-то у нас... Это здесь Фарух. А, Фарух, да, здесь. Да, все, да, все, да. Мы с ним уже катались, посмотрели. Да, да. Все, ну давайте, удачи вам. Пойдем. Спасибо. Еще в один кабинет зайдем. Так, здравствуйте. Здравствуйте.
Так, давайте. Да, сейчас будет у нас официальная подсъемка. Я уже здесь был, мы уже чуть пообщались. Так, давайте по поводу вообще рекрутинга. Кто может рассказать? Кто из вас самый смелый? Это Силара, наш руководитель. Да. Не надо, ты лучше давай садись. А... Мне немножко неудобно. Что, нет, давай, садись. Я, кстати, знаете, почему поражаюсь, почему-то у вас это встают всегда. Да, ну это как принято. Принято, да? Да. У нас вот я вообще запрещаю такое, просто садись. И надо было прокатить. Но он там, не приходил. Мы же риэлторы, народ подвижный, на месте всегда что-нибудь придумают. Так, давай по HR в двух словах рассказывай, как дела, как вы так быстро собрали коллектив. Это благодаря во многом тебе. Ты давно работаешь? Почти год. Слушай, это во многом благодаря тебе, да, получается? Вся история успеха. Да, слушай, ну, такой сильный HR, да. Ну, на самом деле, у меня опыта до этого в HR не было. Где работала? Сюда, в аналитике, бизнес-консалтинге. И сразу же сюда. Это был эксперимент. Круто. Да, с Артуром Евгеньевичем вместе ставили работу, программу обучения разрабатывали, нанимали людей первых, а потом уже выстраивали всю систему найма. Слушай, молодец. С нами СО, с кем контактируешь, что у тебя куратор? А, куратор Елена Артемчук. Слушай, она сильная, слушай, да, тебе повезло. Да. Действительно, она классная, она постоянно с нами на связи, мы с ней переписываемся, если какие-то есть вопросы, оперативно сразу отвечает, решает, помогает советами, если возникают какие-то вопросы, ситуации, которые мы, например, не знаем, как организовать, мы сразу ей пишем, она нам отвечает, и в этом плане все очень круто. Слушай, Севара, повезло, конечно, это... Да. В Ташкенте это жаль, что ты тут появилась, если честно. Ну, объективно, слушай. А знаешь, вот найти HR-директора самое сложное. Ты уже HR-директор, да? Уже? Нет, я не HR-директор, я просто HR-руководитель, наверное. Ну, слушай, это равно так это, мне кажется. Рекрутера. Я думаю, Артур Евгеньевич там уже думает над вопросом, скоро надо HR-директор. Ну, успехи-то очевидны, что называется. Ладно, хорошо. Да, ну, у нас сейчас укомплектованность это 55 человек. Угу. По плану у нас этот месяц должен закрыться на 53. Ну, то есть мы сейчас на данный момент перевыполнили. Вот. Ну, у нас как бы до конца месяца еще идет активный найм. Слушайте, как рынок активен? Я не кандидатов, а вообще в Узбекистане. Потому что в России-то в апреле-мае вообще все село. Тут, я так понимаю, наоборот, да? А у нас, ну, как бы рынок большой. Количество кандидатов и отвлекающихся, и ищущих работу очень много. Кстати, сколько населения? Говорят, неофициально больше 4 миллионов. Да. В Ташкенте. Да, в Ташкенте. Ну, я Википедию смотрел, вроде 2500. У нас особенность населения в том, что около 70% населения – это молодые люди, то есть это в основном молодое поколение, там где-то от 23 до там, среднего возраста до 40. Все, вот это нас... важно до 40. Я уже не молодой, ну ладно. Я думаю, до какой цифры скажешь, это интересно. Нет, это не в обидно, просто у нас особенность коллектива такая, да, поэтому у нас и команда набирается молодая, потому что... До 30 в основном. Да, у нас и ментальность такая, у нас рано заводят семьи, рано женятся, соответственно, начинают искать работу. А во сколько норма жениться здесь и ребенка родить? Ну, где-то в 22, да, это уже вот такой средний возраст для женитьбы. Ну, слушайте, это еще никуда не шло. Да, но для девушек это 18 лет, да. То есть, если ты 23, то... Уже все. Уже все, да. Понятно, я понял. Так, хорошо. Так, ну, Севара, слушай, спасибо. Очень интересно. Давай, я хоть посмотрел на главного героя. Спасибо. Нет, это командная работа. Да, ну, слушай, ты молодец. Я теперь, знаешь, с тобой пообщался, понял, в чем секрет успеха. Спасибо. Все, давай, молодец. Я думаю, девушки у тебя талантливые все, да? Да, это вот Екатерина, это Джамиле, мы вместе работаем и собираем команду. Так, Катерина, слушай, а работаете в нашей CRM-этаже, правильно? Да, удобно, нет там хоть? Очень удобно, в том плане, что кандидатов сразу можно, если мы на HeadHunter находим какого-то кандидата, то есть мы сразу можем его резюме, туда отправить, импортировать, и сразу есть все его данные, то есть немножечко нужно там подкорректировать, заполнить, и все. Ну, слушай, ну круто, молодцы. У нас есть кандидат, по которому можно работать. Слушай, а у тебя какой рекорд найма в месяц? У тебя лично? Рекорд был 6 человек. 6, да, слушай, ну это, наверное, неплохо. Ну это за неделю, то есть. За неделю? Да. Вы недельными циклами живете? Да. А у вас тут это... Вот в чем весь секрет успеха. Да. Кстати, у нас, по-моему, везде месячные, там, как правило. А у вас ноу-хау недельный, да? Да, каждую неделю. Более короткие циклы. Слушайте, все, Севара, желаю, чтобы на дневные не перешли. Это будет весело. Мы создали очень. Слушайте, девушки, вы реально молодцы, я вам хочу сказать.
искать. Все, я думаю, Артур Евгеньевич вами доволен. Очень. Очень. Слушайте, молодцы, приятно за вас. Приятно пообщаться. Все, давайте, спасибо. Я через годик планирую приехать, так что это... Давайте надеемся. Все. Так, расскажи, как сделка прошла вообще? Это вторичка. Ну, вторичка у меня первая сделка получилась. Первая сделка по вторичке была. До этого новостройки делала. Да. Так. Быстро. Сегодня брала обед, допустим, сразу в этот день. Все, молодец. Так, ну я желаю, чтобы было много-много таких сделок. Давайте похлопаем. В Узбекистане очень круто. Кто не был, рекомендую. Просто зачет. Все.